От скорости автомобиля стало жутко. Водитель на иномарке не справился с управлением, врезался в ограждение и смял опору электроосвещения у автозаправочной станции. Очевидцы рассказывают, машина неслась по проспекту Октября в Ярославле. Так, по крайней мере, показалось людям. Будто торпеда прошла. Мы думали, перевернется, пояснил один из свидетелей. В салоне было двое человек. Сработали подушки безопасности, оба не пострадали. Вылезли сами. У машины разворотило моторный отсек. Если бы не забор, то иномарка, скорее всего, протаранила бы бензоколонку. Чудом уцелевшие водители и пассажир были не согласны с тем, что ехали слишком быстро. Никакой не 200, никто не 160, там он ехал максимум 120.